В отдел полиции Центрального района в полдень поступил звонок от кассира микрофинансовой организации. Женщина сообщила о грабеже. Сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина вошел в офис и, угрожая расправой, потребовал отдать все деньги. Получив 6 тысяч рублей, злоумышленник скрылся. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили его личность. По горячим следам 27-летний сочинец был задержан на соседней улице. В отделе полиции мужчина во всем сознался. Также в ходе следствия установлено, что данное лицо причастно к аналогичному преступлению в центре города Сочи. В настоящее время он взят под стражу. По данному факту уже возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.